Свобода слова сейчас, к сожалению, это миф. И если бы только так, Запад достаточно агрессивно себя ведет, я имею в виду работа с фейками, вот эти институты, которые созданы в Украине, знаменитый ЦЕПСО, они сами признали, что на территории Беларуси осуществили там 660, по-моему, хакерских атак, а количество фейков, я не знаю, наверное, десятками тысяч измеряется. Вот наша задача с этим бороться, наша задача людям рассказывать правду. Конечно, мы тоже не святые и ошибаемся, но уж поверьте мне, здесь вот стоят журналисты, которые у нас работают, я уверен, что никто из них ни разу не получил команду соврать в эфире, они этим занимаются. Наша задача людям рассказать правду, это не так просто, да, пока правда оденет штаны, ложь уже вокруг планеты оббежит. Но ничего, в долгую это все работает, мы знаем на событиях 2020 года, через полтора-два года у многих на те вещи открылись глаза, поэтому нужно набираться терпения и работать, в том числе молодым журналистам.